Убраться отсюда в освоясь. Да, мы должны найти Инквизитора и Титан Непобедимый. Пусть вас не заботит происходящее за этими стенами. Сосредоточьтесь, работайте, выполняйте норму. Повышенная производительность радует повелителя машин. По крайней мере, Титан Непобедимый не поврежден. Точнее, Титан Непобедимый не используется. Или этого вторжения мало, чтобы вывести боевых титанов? Титан обслуживается многосотенной командой, Сидоний. Без команды он бесполезен. Капитан, это станция сканирования. Я могу поискать присутствие Инквизитора. Доступ разрешен. Вот. Один человек. Личность подтверждена. Дроган. Ордо Ксенос. Он в этом крыле мануфактории. Я вижу сигнатуры Ксеносов по всему комплексу. Больше всего их в том месте, где находится Инквизитор. Нехватка персонала 100%. Исправляйте положение. Не покидайте своих рабочих мест. Все под контролем. Леандр, ты можешь связаться с нашими через эту панель? Не напрямую, но попробую передать. Займись. Доступ разрешен. Орден Ультрамаринов. Сюда, капитан! Ультрамарины, это капитан Тит. Вы меня слышите? Сержант Мидас, отряд Солинус находится на земле и направляется к цели. Новый приказ, Мидас. Мы находимся на мануфактории Аджакис, и мы нашли Титан Непобедимый. Солинус нужен мне, чтобы захватить Непобедимый, а у меня будет своя задача. Выдвигаемся. Конец связи. Трубы! Орден, труба!
Инквизитор, Орда Ксенос. Повторите авторизацию. Дроган, готовьте источник к немедленной выемке. Одну минуту. Повторите авторизацию. Инквизитор Дроган? Я Дроган. А вы кто? Капитан Тит, отряд ультрамаринов. Мы получили сигнал бедствия, но, похоже, вы пережили атаку противника. Я ученый и солдат, капитан. В каком состоянии экспериментальное устройство? Источник энергии? Он находится в генераторной и питает весь мануфакторий. Так это источник энергии, а не оружие? Это сложное устройство и нестабильное. Если орки найдут его, то уничтожат. При его детонации силой взрыва может разнести всю планету. Перенесем в надежное место. Для этого, капитан, мне нужна ваша помощь. Сюда. Вы ранены, инквизитор Дроган. Я псайкер. Мои психические способности сдерживают кровотечение. Хорошо. Обнаружены инопланетные формы жизни. Господи Санди, он хочет спереть моих титанов! Мою добычу! Я тебе кишки через глотку выдерну! Главный орк! Я насажу твою голову на кол, господи Санди!
Похоже, он будет нас преследовать. Проклятая тварь! Если бы он не попал в этот мир! Но он попал, Дроган. Космодесантник опознан. Предоставлен полный доступ. Сюда. Мы должны добраться до лифта. Мои парни хотят поприветствовать тебя! Насколько глубоко уходит это сооружение? Мануфакторий? Глубоко. Генераторная фактически подвешена над вентиляционной шахтой. Подвешена? Да. В случае катастрофической перегрузки она может быть экстренно отправлена вниз. Ну вот, мы на месте. Холоднее, чем в открытом космосе. Да, побочный эффект работы устройства. Капитан Тит, идите в главную комнату. Нужно только достать источник энергии из ядра генератора. Я инициирую отсоединение с панели управления. Понятно. Братья, охраняйте точку доступа. Я инициировал процесс отсоединения, капитан. Вы должны оборонять комнату, пока источник не будет извлечен. Личность подтверждена. Дроган. Ордо Ксенос. Внимание! Основное удерживающее крепление... Ну вот. Главный щит открылся, капитан. Направляйтесь в центральную камеру.
Тревога. Обнаружены ксеносы. Космодесант! Капитан! Варбос! Космодесантник! Что вы здесь прячете? Не важно! Это слово не надо! Вперед, парни! Сдерживайте зеленокожих, капитан. Источник энергии скоро выйдет из генератора. Внимание! Извлечение энергетического ядра. Тебе не убежать от меня, космодесантник! Теперь идите к ремонтному модулю и активируйте его. Он извлечет источник энергии и поместит его в контейнер. Это вот эта блестяшка тебе нужна, десантник! Тогда я заберу ее себе! Структуре нанесен значительный урон. Этот черт Форк нас всех угробит! Хватайте, капитан! Поместите источник энергии в контейнер! Скорее! Сидоний, Леандр.